гостях у нагайцев под таким названием прошел яркий туристический фестиваль в этноауле Ногайорт, расположенного на территории села Кумбатар. Участниками праздника стали астраханские нагайцы, туркмены и русские. Турагентство «Лайт», ставшее одним из первых партнеров данного комплекса, организовал приезд туристов со Ставрополя и Пятигорска. Ильдар Идрисов, профессиональный этнолог, провел для гостей интерактивную лекцию по истории и культуре нагайцев. Ильгам Шамсутдинов, руководитель клуба по развитию конно-верховой стрельбы, провел мастер-класс по стрельбе из лука. Музыкант-виртуоз Эзиз Гулиев продемонстрировал технику горлового пения и игры на традиционных инструментах. Были представлены мастер-классы по стрижке овец и по приготовлению национальных блюд. А также все желающие могли покататься на лошадях, искупаться в бассейне, принять участие в играх «Асык» и «Табан-Терес». Кульминацией фестиваля стало традиционное ногайское блюдо – курале, запеченное в земле туша ягненка, известное с древнейших времен. Вечер завершился концертной программой, где звучали традиционные и авторские музыкальные произведения на ногайском и русском языках. Этноаул Ногайорт – это одновременно вклад в развитие культуры ногайского народа и в укрепление связей между различными народами и регионами России.